распаковка такой помпы водяной. Сейчас посмотрим, что здесь вообще у нее. Такие вот трубочки к процессору, походу, крепятся. Такой смеситель, походу. Он крутится. Дальше идет вентилятор. Ну, такой же, как на жестком диске стоит. Еще один маленький. Куда-то прикрепляется. Сам радиатор. Вот такой радиатор. Вот он. Он прикрепляется наверх. Вот так получается. Это вверх. И два вентилятора вот таких. Крепежи пластиковые. Еще трубочка дополнительная. Мотор. Самый тяжелый. Два отверстия. И где же она самая главная? Вот она, помпа. Вот такая. Раз, два, три отверстия и четыре. Здесь как-то еще лампочка может. Из маленьких инструментов у нас, походу. Так, что такое? Железяка. Такая вот. Две заглушки. Походу сюда. Вставляется оно. Не знаю, зачем эти два выхода. Надо будет спросить у папы. Такие винтики идут. Получается, вот такая вот помпа. Это сюда, походу. Как это? Глушитель на пистолет. Вот она. И от нее трубочки выходят. Сюда. И к процессору. Итак, еще самая главная вещь, вот эта вот штука. Вот, она должна быть хорошего качества. Вот. Медная пластина. Она холодная. Даже сейчас уже. И вот такая тоже. Очень из тяжелого такого алюминия. Вот такие штуки. Там, получается, сюда вода заходит холодная. Вот так она проходит спиралькой вот так. И отсюда выходит. А это охлаждается. И теплый вот этот. Он вставляется сюда. Вот так. А здесь трубочки вот так идут. И вот эти трубочки, вот они вот так идут, вот так, вот так, вот так, вот так. Они вот так охлаждаются двумя вентиляторами. Вот сюда вот так, точнее наоборот. Вот так вот ставится. А эта штука прикрепляется наверх. Или вот сюда сбоку. Вот так вот. Такая помпа маленькая.